В Орел прибыл президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей Артем Чайка. В администрации региона во время встречи с главой Орловщины Андреем Клычковым шла речь о реализации заключенного ранее соглашения о сотрудничестве правительства с Международным конгрессом промышленников и предпринимателей. Также обсуждались возможности новой системы мониторинга качества дорог. В России 1,5 миллиона километров дорог, из которых только 50 тысяч километров – это федеральные трассы. Все остальное – это региональные и муниципальные дороги. Вот. Поэтому та тема, которую вы подняли на первой встрече и в рамках которой мы сегодня встречаемся вот, уже второй раз, она, конечно, очень значимая и важная.